Сюда? Ну, то, где посветлее, вот туда, да. Ну, вот сюда, да, вот сюда. Ну, ставь уже. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 21 июля 2021 года. И мы угощаем вкусняшками наших малышей. Это подарок от Зевсика. От мамочки Зевсика Надежды. Вкусняшечки. Она попросила угостить дедушку Зевсика Бориса, сестренок Зоську, Яночку. Доехал Зевсик до дома хорошо, ни разу там не плакал в дороге, не скулил, вел себя отлично. Мамочка Надежда очень довольна поведением Зевсика, говорит, замечательный, воспитанный, хороший мальчик, очень довольна, передает всем привет и вот попросила угостить вкусняшками. А у нас сегодня не просто потрошка, это потрошка перепелов, значит, сердце, печень, желудок очищенный. Перемешку с перепелиными грудками. Почему в перемешку? Я пробовала давать сырое перепелиное мясо, вот именно филешку, грудку. Почему-то, несмотря на то, что перепелиное мясо, ну, ничем не пахнет, в принципе, даже куриное чем-то своеобразным таким пахнет, наши питомцы отказались кушать филе перепелки, грудки. А вот сейчас я попробовала сделать так. Филе перепелиной грудки перемешала с перепелиными потрошками. Как вы видите, удалось мне все-таки скормить перепелиную грудку нашим питомцам. Князюшка здесь, князюшка с нами, князюшка в продаже. Мне задавали вопрос в комментариях, продан ли князюшка. Нет, князюшка здесь. Ксюша сейчас с Зеоной закрытая в комнату к роженицам, потому что их щенкам исполнилось по 4 месяца, и у Зеона уже началась течка. Им нельзя рожать второй раз сразу. Вот, вот их детки только-только подросли. Люсенька, Ламбадов кушает в другой комнате вместе с течными девочками и роженицами. Они у меня отдельно питаются, а здесь питаются те, кто не течет, не рожает и просто гуляет. Вот. Ну что ж, удалась моя задумка. Ребята не так, чтобы прям вот быстро и с аппетитом, но все-таки съели. Не так тут много было, а ели практически 3 минуты. В прошлый раз за 30 секунд управились с двумя подносами. Все-таки непривычно для них перепелиное мясо, специфически. Но распробовали и вот даже подносики вымыли. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Так, давай, давай. Так, Симона у нас еще не родила. Мы сегодня наполнили бассейны для наших чихуашек. Но вот этот бассейн почему-то у нас пропускает воду. Вот тут есть пробочка красненькая. И вода вся вытекла. Вот теперь у нас мокрый песок. А вот этот бассейн без пробочки. Замечательно держит воду. Сейчас у нас уже вечер, уже прохладно. Немножко спала жара. Значит, будем пользоваться вот этим бассейном. А сюда придумывать либо пробочку, либо будет песочница для Даришки. Вот. Такой у нас результат за сегодняшний день. Кто-то куда-то опять бегом. Уже вечер достаточно пасмурный. Возможно, будет дождь, но зато появился хотя бы кислород. Не так жутко тяжело на улице находиться. Даже приятненько. Вилли с нами гуляет. Оська. Оська у нас тоже в продаже находится. Князюшка вот гуляет, в травке куда-то ушел.
Юленька, Тесонька, Варюшка. Так. Зося потекла или потечет. Буду сегодня ее на ночь закрывать тоже к течным. Потому что сегодня как-то активно к ней уже взрослые капели проявляют интерес. И, скорее всего, это уже первая течка. Тони несется. Тони к нам пришел. Тони к нам пришел. И Милка. Вот как нас сегодня мало на прогулке. А остальные дома. У Викуси все хорошо с детишками. У Лялечки тоже. Детишки растут, толстеют и пузеют. Сегодня, возможно, посмотрим на работу нашего интернета. Что там будет с работой интернета, не знаю. У нас это очень взаимосвязано с погодными условиями. При сильных ветрах у нас не работает интернет. Поэтому, если позволит мне интернет, я сегодня еще сделаю видео про деток Викуси. А завтра, наверное, когда будет посветлее, уже нормальное освещение будет. Посмотрим, как подросли и изменились детки Лялечки. Они уже очень изменились, если честно. Вот эти первые дни ребятки растут просто на глазах. Они хорошо прибавляют, мамочки хорошо их кормят. Проблем никаких нет. Все очень здорово. Осталось дождаться нам роды нашей Симоны. Ламбада чувствует себя отлично, великолепно. Сейчас уже тоже кушала вместе. Она сидит, как раз таки спит в обнимочку со своей мамой Зоной, которая в течке. Покушали, я им уже давала тоже потрошка. Сначала покормила роженец. Сначала покормила ламбадочку после операции течных. И только потом мы пошли уже на прогулку со всеми остальными. Тоже на ужин покушали мяско. Сейчас сделаем свои делишки. У нас к вечеру вот появляется после дождей, вот именно к вечеру, много комаров. И, наверное, спрячемся домой от комаров. Пятюни там что-то гоняют друг друга. Ветра нет, такой вот спокойный вечерочек. Но прохладненько. После плюс 40 мы уже как-то плюс 16, плюс 17 для нас уже прохладненько. Но зато, конечно, свежо и свободно на улице. Хорошо. Да чего? Барса вспомнили? Нет, Фима вообще. Барс бедненькая спит в будочке. Погулял папа. Масик. Господи. Фима на Масика лает. Погулял с ней папа. Да-да, пошли на Масика. Да, нет, даже не на Масика, непонятно. Кого-то они решили погонять. На этом, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Попытаюсь загрузить побыстрее вот это видео. И тогда еще деток Викуськи, возможно, успею показать, как они под Милка носятся. Милка обожает носиться. Прощаемся с вами ненадолго. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Тесонька. Тесонька.